Добрый день. Мы на 8 этаже. Здесь есть замечательный балкон. Вид с него вы сейчас видели. И здесь же на 8 этаже есть синагога. Дело в том, что здесь больница, в которой есть очень много религиозных пациентов, как вы уже видели. И поэтому здесь есть постоянно молитвы. И в шаббат, например, мы сейчас хотели снять столовую, но столовая сейчас, к сожалению, закрыта. И мы не хотели приезжать завтра специально. Так вот, в шаббат здесь можно провести субботние трапезы для всех сопровождающих. Это стоит символические деньги, примерно 30 шекелей. И любой человек может провести здесь трапезу. Здесь есть все, что нужно для субботней трапезы. И такая вот больница, в которой как бы с точки зрения соблюдения Торы и заповедей все предусмотрено. Раввин больницы учитывает все нюансы. Более того, здесь даже в шаббат есть специальные услуги, так называемых котваниот или котваним, то есть арабские работники, которые специально занимаются тем, что те вещи, которые нужно нарушить в субботу, нет необходимости непосредственно для спасения жизни, например, записать или, например, сделать какую-то процедуру, которая не является непосредственным лечением, то это все делают вот эти вот арабские работники, причем некоторые из них делают это с таким, как бы, мамаш воодушевлением, с желанием. Они стараются помочь, делают это очень, по-хорошему, по-доброму. Мне кажется, что это вообще, в принципе, такое хорошее состояние, когда есть такое вот взаимопонимание и взаимопомощь между арабским и еврейским населением. И здесь вот на работе в этой больнице это как раз проявляется. И очевидно, что больница помогает всем, кто сюда приходит, и совершенно не делает никаких различий между тем, кто сюда пришел, и получает сюда здесь помощь любой человек. Но с точки зрения законов шаббата здесь все продумано, с точки зрения законов кашрута здесь тоже все продумано. Здесь можно провести субботний трапезу, здесь можно помолиться. Сейчас мы пройдем к синагоге, вы посмотрите, как там молится минху. И вот такая вот религиозная больница. Пойдемте. Как вы видите, здесь молятся и работники, и пациенты, и счастливые отцы из роддома. Большое спасибо.